к теме «Лучшая муниципальная практика. Поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Сейчас привлечение инвестиций – одна из обсуждаемых, как на федеральном, на региональном, так и на местных уровнях. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения. Поэтому наша муниципальная практика основывается на самых важных аспектах. Первое – увеличение инвестиций. Второе – создание бизнеса, рабочих мест и устранение неформальной занятости. И, наконец, третье – продвижение нашей местной продукции от фермы до прилавка. С начала 2015 года в районе проведена большая работа по внедрению муниципального инвестиционного стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Основная цель – работа в режиме одного окна, что позволило нам снизить время вынужденного обращения граждан и бизнеса в коридорах власти, в специализированных учреждениях, начиная от подачи заявления до выдачи результатов решений исполнительного органа.